9 мая, 17 год, Харьков, 8:30 утра по Киеву. Мемориал. Скорбящая родина мать. Через полчаса должно начаться торжественное мероприятие. По случаю Дня Победы над нацизмом. Перекрыли трассу для необщественного транспорта. Ну, практически я вижу частных машин мизерное количество. Традиционно, в общем-то. С утра дождик срывался, но людей все равно прилично. В день 17-й год, Харьков. Великой Победы мы склоняем головы перед светлой памятью невернувшихся с войны сыновей, дочерей, отцов, матерей, детей, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан.
1418 дней и ночей, 26 600 000 убитых, 50 000 000 раненых и коллег, кровавый итог войны. Если каждого погибшего почтить минутой молчания, молчать придется 50 лет. Вечная слава и вечная память героям, отдавшим жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Ну вот эта часть, которая делает 9 мая праздником. А не только днем поминовения. Днем памяти. Yeah.
Маляки традиционные уже. Да, ну вот и все. Торжественная часть окончена. Харьков, 9 мая, 17 год, 9:36 по Киеву. Thank you.
В бронежилетах, ребята. Бронежилет это зачем? Да, гора цветов уже в буквальном смысле в человеческий рост. А зачем как учение? Да, цветов. Ну что, сегодня еще в парке Горького с 12 часов до 10 вечера будут мероприятия, концерты и празднования. Люди не дотягиваются. Не дотягиваются до пика горы.
Ну, основная масса уже разошлась, кто-то еще только направляется к мемориалу. Буквально на каждом мемориальном знаке груды цветов. Основное впечатление мое личное от этого Дня Победы в Харькове 17 года, так это даже не парады и обилие людей, а обилие именно цветов. На мемориале. Не, ну пиздец, Майя. Холодный Майя. Ну только кто он так что все говорил. Нам продолжать бессмертие вашего дела. Память о вас всегда в наших сердцах. Семнадцатый год, Харьков, День Победы. О, давай, чтоб я поднимал как. Как представители ветеранов, я не организовано автобусами. Разъезжаются люди по домам. Молодцы, хорошо все организовали. Не знаю, что это дело, городские власти или какие-то частные организации, что вряд ли, конечно. Награда нашла, хозяин.
такой. Мы прошли, вот посмотрите возраст. И нам на автобус. Уже даже. Можно поехать туда. Дорогу открыли. Ну, пожалуй, все.